Ребят, привет! Ну вот, вышли мы с Роксой. Погодка у нас сегодня шепчет. Я думаю, можно будет прогуляться с собаками. Вот она, деваха, бегает. Дальше посмотрим, может быть кросс, а может быть шоколадка наша. Посмотрим. Но сейчас просто будет кипиш. Я там отвлек едой их всех. Зацепил Роксу и пошли мы с ней. Поэтому сейчас идем, не знаю, кого первого возьмем, но продолжение следует. Пойдемте. Рокса, Рокс, пойдем. Ай, молодец, девочка. Хорошо, хорошо. Давай, давай, давай. Вывел Роксану. Роксану Бабаян вывел. Не угадала, шерсть подняла, а? Роксана Бабаян. Роксач, пошли. Погода хорошая. Плюс 10. Как раз можно будет по очереди собачек повыгуливать. И думаю, как раз за разочечком запишу вам видочечек. Видосечек. Пойдем, пойдем до водички, пошли. Что ж там возле водички. Ага. Хорошо, когда возле дома недалеко есть такие водоемчики. Есть куда собак сводить. Ну, у нас, конечно, есть еще лучше, но это надо дальше идти туда, за этой насыпью. Времени не было, ребят. Сейчас, я думаю, больше будет времени. Отопительный сезон пройдет. Смотри, водичку пошла. Не боится. Молодец. Молодец. Но не будем зашугивать, припугивать. Пускай сама знакомится с водой. Одно ухо у нее не стоит, ребят. Вот правое. Ну, не ложится, я имею в виду, как надо. Пойдет, интересно. Она траву он кусает. Надо будет с кем-то Нэнсюху вывести. Но Нэнси, скорее всего, только с девчонкой вывести, потому что кросс цепляется с ней. Ну и Нэнси сейчас, в принципе, течкует, не знаю. Мы же, ребят, эту течку пропускаем. Рокса! А видите, как шерсть больше взялась. Почему? Потому что все равно на улице, когда содержание, да, вольерное, у них автоматом уже подшерсток поплотнее становится. Это в квартире у них другой подшерсток. Тоньше. Молодец, такая не боится водички. Умница. Ей сейчас все интересно, давно она не гуляла, блин, всю зиму не выходила никуда на улицу. Ну, я имею в виду далеко. Так, по двору бегала. Оп. Сыт, дошла, где подсать. Ну, у тебя морда, Шарапова. Ты, Голиафовна. Рокса Голиафовна. Запахи, запахи у нее всякие разные. Ну, тут же и лисы подходят, и шакалы сюда подходят. Запахи своеобразные. Ну, молодец. Воды, значит, не боится, хорошо. Их надо постепенно, не кидать ничего. Вот они с этого момента как раз потихоньку возле воды двигаются, знакомятся хорошо. Сейчас посмотрим на остальных. Ну, кросс тоже подходит до воды. Коричневая не помню. Вот, ребят, кроссик с нами. Вывели сейчас кросса. Пойдем, пойдем. Иди гуляй. Иди. Кросс. О, опа, опа, кросс. Хе-хе-хе. Иди гуляй, ты буйвол.
Молодец, хорошо. Сидеть, кросс, сидеть. Ребят, ну кросс вообще, он чисто тянется, ребят, он вообще не толстеет, девчонки такие кругленькие, а этот вообще не идет, вот он шире, он будет такой плоский, ребят, обратите внимание, он как тамбала, прям за мной постоянно двигается по пятам. Он такой как камбала, знаете, такой плоский вообще, блин, ну чисто спортяга, будет сухой, ребят, этот кобель, его хоть сколько корми, он не будет толстым. Иди погуляй, иди гуляй. Иди. Так, а я тут смогу перейти? Может, он как раз по воде перейдет. Так, нам надо поводок не забыть, Рич. Тюрич, говорю, кросса. Поводок надо не забыть, пойдем. Пойдем, я сейчас попробую здесь перейти, чтобы не набрать. Ты, блин, а тут опасно по этим камням. Скорее всего, я здесь наберу. Я как-то здесь пробегал. Блин, надо было сапоги одеть, ёлки-палки. Вот такой пацан, ребят. Ну, он мне вообще нравится. Он бомба. Сейчас, если беговая дорожка, дай бог, срастется у меня с беговой дорожкой, то буду тренировать. Его будет такой тип. Ему сейчас просто надо качаться. И все, бегать, бег. Такой длиннолапый. Бег будет, ребят, и будет у него форма хорошая. Понятно, еще щенок. Ну, а так, посмотрите, на у него уже ляжки такие на мырце. Задние лапы, обратите внимание, какие большие, да, длинные. То есть, хвостяра такой. Кросса. Кросс. Кросса. Ай, молодец, мальчик. Хороший. Ухо вот это надо правое. Ему, наверное, подклеивать, чтобы тоже слаживалось. А? Кросик, красавчик, мой мальчик, красавчик. Молодец, хорошо. Достал с воды, умница. А ну давай кину сейчас. Опа, опа, опа. Опа, опа, молодец. А ну-ка, возьмешь? Иди возьми. Идет вода. Иди возьми. Иди возьми, иди. Иди возьми, молодец. Иди, на камень кинуть. Блин, утонула камень. Иди возьми. Иди. Иди, молодец, молодец, хорошо. Иди возьми, кросс. Пойдет палку брать. Молодец, молодец, хорошо. Молодец, возьми, возьми, возьми палочку, возьми. Молодец, кросса, ай, умница. Молодец, ха-ха-ха. Ай, красавчик, молодец, ай, молодец. Иди сюда. Да куда ты, ну не эту, поводок зачем, оставь. Оставь поводок, молодец. Молодец, оставь поводок, молодец, мой хороший. Молодец. Иди, иди сюда, молодец. Иди, иди, хорошо, умница. Иди ко мне. Молодец, молодец, молодец. Опа, опа, опа. Иди возьми,
Хорошо. Молодец ты. Надо пацана подбадривать, ребят. Молодец, красавчик. Ой, красава. Ой, умница, молодец. Подбадриваешь и благодаришь его. Хвалишь, хвалишь. Им это нравится. Тогда он будет выполнять. Выполнять задания, да, кросик? Разложился, молодец, длинный. Нафиг с пляжа длинный ляжет, да? Ой, умница ты какой, пацан, хороший. Я помню, была мечта, и мир зеленым казался не тогда, не тогда. Чувак такой, ты чувак. Верил в мечту и счастливые грезы. День за днем я жил, улетели те годы. Улетели те годы. Я смотрел на звезды, летал в облаках. Детстве казалось, смеется луна. Смеется луна. Но годы прошли, словно длинный сон. Я в этом мире живу еще. Здесь меня вот пришли на поле ко мне. И Ярик, да, ко мне пришел. И мама пришла. Пока мы с кроссом игрались. Вон велосипед мама кинула. Не потянула, да, велосипед? Ну, мне сейчас же надо еще шоколадочку сводить. А вы идите уже домой. Зацепилась, что ли? Ты держи хорошо его. Да, Ярусик? Сынуль, да? Да, малясик? Жан, оставь велик, оставь. Оставь, держи кроются. Ты что, не чуешь? А? Оставь велик. Давай, аккуратненько. Машины летают, блин. Здесь как ты сейчас заберешься? А? Жан, ну ты сейчас будешь подымать, блин. Все, машин нету, ну смотрим. Все, побежали. Давай. А? Поехали, там объедешь. Горячая. Мокрая, он же сейчас в воду лазил. Так классный, конечно, классный. Сейчас он еще возмужает. Чё, вы меня не стали ждать? Ждать меня не стали? Говорю, ждать не устали? О, соседушка наша. Тоже подписчица. Постоянно лайкует, лайкует. Привет. Мама, где уехала? А? Да надо, чтоб ты подержала. А, уехала? А, туда поехала? Ну все, пускай тогда езжает она, да? О, телефон у тебя крутой, конечно. Че она хочет, на кросса кипишнуть, что ли? Так, да только стоит кроссу, если кто-то напасть, он все, это что за тип такой? Прикольная собака? Позовите его. Говорите, кросс, кросс, кросс его. Фоткай, блин. А что фотка? Я его на видео снял, да? Прикольно, видео подстал. Не бздите, ребят, не бздите. Не, мы не бздим. Чё?
Ну он возбуждается, Жан, у него начинает сразу возбуждение. Ну когда его кто-то гладит или идет возбуждение. Мать с сыном двигается. Кросс, ну ты сейчас и от нее уйдешь, будешь пристегнутый по-любому бегать. Зацепился, блин. Сейчас поставлю. Кросса! Ой, ой, найди, блядь, оставь! Нет! Нет, это Настин и ритуз. Настин и ритузы. Нельзя, Нэнси. Нельзя. Сынок. Ярчик. Тарич это так и пишу. Вот и там бабушки сидят, видите, оттуда наблюдают. И вот они постоянно кипишуют, короче. Нэнси, ко мне! Бабушки кипиш наводят постоянно. Сынок, не бойся, ты чего? Это ж Нэнси. Кросса. Пойду сейчас у Кросса уберу в вольере. Пускай пока он потягает эту. Смотрите, ребят, это каучуковая. Тяжелая такая, как раз тягает нормально, приподнимает. Рич, успокойся! Вот, выбежали с девахой. Солнце уже заходит у нас, надо нам прогуляться срочно. А то все вышли, а она только не вышла. Пойдем, красотка, пойдем, моя красотка. Пойдем, драчуха. Вот драчуха, ребят, пойдем, да. Пойдем, морда. Шустрая. Энергичная дама. Энергии хоть отбавляй, да? Аж побежала со мной. Через дорогу перебегали. Умница моя, грязуха. Грязнуха. Ай, грязнуха. Ой, грязнуха. Ой, грязнуха моя. Эй, красавица, сидеть, не трогай поводок, сидеть, поводок нафига трогай, поросенок, сиди, а ну-ка, ух, красавица моя, какая ты красотка, а ну покажи зубы покажи мне, ух, красивые зубы, ай, молодец, ой, нервная какая девка, нервяк, ты кругляк. Пойдем до водички. Да тише. Тише, блин. Все, иди. А ну сейчас перчатку я кину. Перчаточку кину сейчас. А, поводок ей не нравится, блин. Чи-чи. На, упа. На перчатку. Та-та. Красоточка. На. Ух, молодец, машина какая. Ай, умница. Умница, молодечек. Молодечек, девочка. Отдай мне. Умница. Умница моя деваха. Отдай, драчуха. Ой, драчуха такая. Опа. Ай, молодец. А ну иди возьми. Ух, шустрая какая. Молодец. Умница. Угу. Поросеночек. Красавица. Ай, умница. Пойдем до воды. Опа. Ой, молодец. Опа. Ух, хорошо. Иди. Ай, молодец, умница. Молодец. Блин, перчатку растрепал. Иди, Вася. Ух, скорость. Вот у нее скорость вообще. Молодец, умница. Скоростная деваха. Встань. Иди, Вася. Молодец.
Ай, молодец какая. Хорошая. Хорошая. Ай, хорошая. Опа. Опа, возьми. Ай, молодец. Иди возьми. Молодчина. Молодчина, красотка. Ребят, ну эта девчонка, конечно, она такая перспективная вообще, она, блин. Ну, она, можно сказать, я не знаю, она дерет все, что ей, что движется. Все, что движется, кобель, сука, нападает постоянно. Вот такая одна драчуха, ребят. Вот из помета, из всех девчат, вот она такая одна. Ну, кто видел ролики, да, там, где они цеплялись, дрались с другой девчонкой шоколадной, которая уехала в семью уже. Иди ко мне. Чик! Идем до водички. Идем. Поэтому она у нас и осталась, ребят. Она очень молодец. Ну, я думаю, высокая она не будет. Будет, может, такая, как мама. Ну, очень такая интересная дама. Иди к водичке погуляй. Иди, сходи. Умница. Здесь бомбы коровьи еще с прошлогоднейшние. Иди погуляй, моя хорошая. Вот обратите внимание, да, вот девчонки, как бы они, ну, другого формата, да, вот. А кросс у нас вот прям суховатый. А девахи, они такие вот, такая с переливом. Вот они плотные, что темное, что это. Прикус хороший у нас, хороший. Молодец, ай, молодец, моя хорошая, умница. Еще шрамы не зажили после драки, блин. Все, пойдем, пойдем, а? Пойдем. Ребят, ну на этом у нас видео заканчивается. Батареечка уже села. Мы сейчас еще пойдем немножко тасанемся с ней. И все. И будем закругляться. Так что до новых встреч. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Ну и как обычно, ребят. Всего доброго. До новых встреч.